Всех привет и прямо процентов продолжаем брать Обливион. Ну что, господа, погнали в Корн. А точнее, какой Корн? А точнее, туда нам не надо, да? Сюда. Конечно, северная страна. Страна. Что-то вот это. Брумы. Северная. Ну ладно. Сюда в конюшню мы перемещаемся. Тут рядом как раз и монах, который нам, да, нам в клинках на самом деле находится. Основное задание. Но я... Да-да-да, вот это знак нам дало, но толку мы туда не пойдем сейчас. Мы пойдем сюда, господа. Я хочу в замок Белого Рога попасть. Попробую что-нибудь придумать. Если мне получится очистить, будет замечательно. Если нет, как нет. Так, F5 тут сохранение, да? Да, F5 это у нас ворон письма разносит. Учусь еще будет тут чутка, как будто тут это... Не только ветер, еще погода... Вода где-то шла. Я ничего не могу найти. О, шапку мухомор нашел. Надо алхимией будет заняться как-нибудь. Пособирать все всякого, позаздавать и потом продавать это все. Но при этом мне надо... Это эту пещерку можно? Разграбленную пещеру найти. Зайти тоже бы. Было бы замечательно бы. Ночь здесь хороша, не слишком темно. Лошадь чья-то. Что здесь творится? Это бандит напал на охранника, получается? Это лошадь этого... А, воронная? Ты что сделал-то, идиот? А где ворон сам? А, ворон... Воронная лошадь? Без понятия. Тут курьер бежал, это точно, это я знаю. А вот и замок, господа. Нафига ложка нужна волку? Кто может объяснить? Без понятия вообще. Вот замок. Где осада замка идет? Я без понятия. Тут кто был? А вот он прыгает, скочит здесь. Вот он, цветок. Продолжит, я его не буду основным делать. Блин, офигенно тут. Бережок такой, рыбачить можно, так понимаю, да? Типа того, представить. Тут рыбалки на самом деле нету. Да, данность прорисовки просто замечательная. Не знаю, я что-то лазил-лазил и ничего не дало. Я тебя не хочу.
прям в пидор лечится. Что, он сам двигается, я двигаюсь. Попасть по нему чуть не могу, нифига. Блять, столько стрел улетает просто не туда. Что такое там ходит-то? Здорово, ты ко мне? Приветствую, брат имперец. Так, длинный Климора, 20 золотых. Так, это я беру. А, и все, я идти никуда не могу. Отшумено просто. Железный. Давайте выкинем вот это. Что у тебя? Здорово. This is indeed a dark day for all of us left. But I thank you for risking your own life to help us. Here, take this. It'll tell you all you need to know. As the newest master of the castle, I bid you welcome. Я владею этим замком, офигеть просто. А ты кто для меня вообще? Yes, sir. All right. А какие у него обязанности были, без понятия просто. И у него доспехи какие. Видно, тут помочили всех. Так, что хотел я? А что по заданию дальше? А, понятно. Теперь мне сюда надо, чтобы купать. Вот это просто замечательно, господа. Конечно, ходить не смогу. Я-то полностью согласен с этим условием. Так, а что по поводу мечей? У меня пока ничего хорошего нету. Входить я смогу. Блин, сколько добра пропадает. Ёб твою мать, отчуми просто. Вот это мой замок теперь. Можно сказать, своя кузня есть. Дом кузнеца. Тут по-любому ремонт можно делать, да? Надеюсь, я смогу помочь. Бесы, я ненавижу. Понятно все. Уда. Спасибо большое. Так, денег у нас чуть прибавилось. Давайте починим все подряд, чтобы у нас оружейник прокачался. Удачного тебе дня. Вот так мне дали замок мой личный. Получается такая вот ситуация. Ну, бег туда-сюда, покупай все подряд.
Да, интересный замочек. Я просто боюсь то, что я сейчас возьму туда, положу что-нибудь, да? Получается. И у меня будет так, что он пропадет. Салют! Ну да, третьих прокачал замечательно. Это у нас охрана здесь спит, да? Если он мне тут спал вообще. Так, это башня, я так понимаю. А, не, подвал даже. Ёб твою мать. Винный погреб. Тайный проход, что ли, получается? Да, тайный проход. Замечательно просто. Я только что здесь был. Я могу брать его с собой, но также у меня и крестоносцы будут, господа. Мой замок. Точняк, это типа мой замок будет, да? А крестоносцы, там просто будут крестоносцы. А где моя спальня-то? Это типа столовая здесь, я вижу. Блин, забудешься здесь нафиг. Это башня. Подвал замка. Дверь деревянная. А это типа мой склад. Вот склад я бы тут, конечно, починил бы. Помните, не стоит, да? Восточное крыло. А вот это восточное крыло. Так, а наверху чего? Блин, мне лечиться надо. Никого вообще нет, я про кого забыл. Здесь прохода никакого нету. Я только спальню не вижу, где моя. А это, наверное, моя спальня. Да, это, наверное, моя спальня. Давайте восстановимся. Пойдем в центр свой. Тут по-любому спуск должен быть, да? Да. Теперь я понял, где находится. Пойдем в центр, сходим сюда, посмотрим что-нибудь. Сейчас еще что-то подберем, чтобы можно было продать. Это наш кузнец. Ох. Тут еще ворота можно закрывать, да? Очумено просто. А вот это у меня нет дополнительно, не было. Сколько весит? 35. Я не смогу вытащить его. Перчатки? 7. Смогу взять это. Мужики, если вы тут будете еще валяться, было бы замечательно. Так, ну погнали, значит, мы сюда. Торговый райончик. Посмотрим, что там есть по поводу покупки этого замка.
монетку для старого нищего? Так, вот доспехи. Давайте зайдем в доспехи сначала. Так. Может, это тебе лучше продавать? Продолжай. Так, продажа. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Так, железный лук. Хорошая цена для хорошего клиента. Серебряная стрела, это я оставлю себе. Так, ржавый. Думаю... Это честно. Торговля. Ну ладно. Вот, перчаточки. Все. Здесь ничего. Ну, шкуру еще возьми. Все, замечательно просто. Спасибо. Спасибо тебе. Продолжай. Мы все говорим об убийстве. Это я знаю, слух мне больше не интересен. И тебе всего наилучшего. Спасибо большое. Так, где у нас тут торговец, которого нам как раз может этот замок освежить? Слушай. Да что ли, трактир? Allow me to extend my congratulations on your daring victory. I am at your service. I have everything you need to make the place more livable. Here, take this list. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Библиотека замка, винный погреб, зал трофеев, казарма замка, спальная замка боевой, столовая замка, тренировочный замок. Спасибо большое, отчумить просто себе цены, бля, по 2000. Иди в баню. Еще увидимся. Короче, пойдем в арену, посражаемся. 2000 у меня нету. Чтобы замок это установить, просто огромный денег надо. Как я и думал. Я и думал, во все деньги надо. Так. Арена. Вот она. Я просто не думаю, то, что у меня будет абсолютно во все. Так, господа. Это я сделал. Это отмычка. Какая-то. А что мне дал-то, я не понял. Должен попал в замок улучшений. Ну, это про улучшение все сказано. Здесь это не особо важно. Значит, надо что-то делать. Уже может крестонос еще потихонечку проходить. Гулять по миру. А заброшенную шахту сходить, я думаю, да? Так. Я очень занятой человек. Я знаю, что ты занятой человек очень. Я тоже занятой человек очень. Знаешь, что стоит тут твое звание, драчуна? Ничего! Прими это как есть, детка. Ты все еще ничтожество. Нужно сражаться, если хочешь заслужить себе имя. Хорошо, драчун. Правила ты знаешь. Выходи на арену и покажи им, чего ты стоишь на самом деле. Спасибо большое. Я знаю, что там тела могут уже пропасть. Но тут ничего не делал, не сделаешь. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! На этот раз нас ждет битва драчунов! Пусть не утихают ваши аплодисменты, пока эти мужественные воины сражаются ради славы. К бою! Блять, покажи мне, что ты можешь! Ура! Какие доспехи у меня, бля.
Гоу! Даже крабы дерутся лучше, чем ты. Клинки повышены, зеленые. Все кончится здесь. А! Павла, да? Выздоровел еще, Павла. Умри! Ай, блин, прям вылетел. Давай, иди сюда. Тебе не одолеть меня. Он быстрый. Блин, Павел, хорошо замочил. Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды. Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это. Фу, спасибо большое, хорошо повоевали снова. Сколько я получу? 100 золотых или 80? Я очень занятой человек. Что? 4 победы — это хорошо, дитя. Но это не сделает тебя великим чемпионом. Вот твое вознаграждение. Иди, приведи себя в порядок перед следующим боем. Спасибо большое. Так, 100 золотых мы заработали. Замечательно. Сюда обратно возвращаем мы. Куда ты там все, блин, не нужно мне это все. Надо будет следующие доски взять. Ну ладно. Все, замечательно. Погнали отсюда. Ты что-то хочешь мне сказать, а? Послушай, солнышко, я не в настроении. Если тебе что-то нужно, поговори с Овином. Он вон там. Ради Шинджи. Короче, понятно, она до сих пор мне недолюбивает. Ну ладно, как хотите. Как хотите. Так, торговли у меня пока ничего не сделать. Давайте погоним уже сюда. Да, там шахту можно почистить. Вообще-то тут нет обозначения, чиста, не чиста. Будем говорить, это шахте или нет. Вот что вопрос. Так. Что-то я хотел еще. А, ну это потом. Так, поиск корней. Это поиск корня Нирна, это я из Морвинда помню эти корни, которые мы собираем. Доставка амулета нет. Так, так, происхождение серого принца. Незнакомое дело, вот она. Незнакомое дело, господа. Что у нас здесь? Это у нас... А вот это таверна, что ли, получается? Северный товар какой-то. Давайте узнаем, что за задание меня ждет. Так, секундочку. А если я отсюда просто сюда перемещусь? Просто для интереса, что будет? Ну, точнее, перейду сюда. Заберу то, что возможно забрать еще, да? Нет, тут еще трупаки есть. Это замечательно. Можно забрать вот эти доспехи себе. Извини, мужик. Вот щит никуда уже не заберу я. И сюда переместимся. Только тому до утра придется ждать, да, наверное? А чё на халяву валяется? Скорее всего, со ночь, да? Вообще-то работает еще. Ох, ё-моё. Привет, я Рашеда, кузнец, а это огонь и сталь, качественные доспехи и оружие, а также ремонт. Чем могу помочь?
Так, хороший город. Но чтобы хорошо жить здесь, нужны деньги. Выйди из города и займись охотой. Продай шкуры. Или поищи сокровища в пещерах и руинах. Говорят, что если ты убьешь кого-нибудь... Да-да-да. Хорошо, что ты хочешь совершать... Не, я пока не хочу это делать. Могу я... Блин, с тобой отношения не очень хороши. Она не согласится. Подожди, пока я хочу с твоей подругой Еще пообщаться. Привет, Сабина Лол, кузнец гильдии. Очень рада встрече с тобой. Чем могу услужить? Тебе нужен ночлег в Короле? Почему бы тебе попросту не поступить в гильдию бойцов или гильдию магов? Бесплатная койка в любом городе Сиродила. Думаю, нужно сходить к Ренуа, поглядеть на книги. У нее очень хороший выбор. Спасибо большое. Так, с тобой ничего не сделаешь, а с тобой можно Что сделать. Я могу... Можно могу я заинтересовать? Ну, давай на 40 будем, фиг с тобой. Так, доспехи. Это... превосходно. Прекрасно. Думаю, это честная сделка. Так, молоточки. Давайте купим чутка молоточек, а? 3 штучки. Согласна? 57 золотых. Ну ладно, я согласен. Расскажи. Обязательно расскажу. До свидания. Я... Ладно, продал, что мог продать. Так, бег тоже не вариант. Надо как-нибудь потом. Так, а где тут у нас таверна? Говорят, там можно хорошо заработать. Да. Я не очень хорошо знаю у Гала Билетта. Он странный парень, и люди говорят, что из его подвала доносятся какие-то подозрительные звуки. Странный шум? Нужно сказать стражникам, чтобы они разобрались. А ты кто такой? Говорят, что если ты убьешь кого-нибудь, во сне к тебе придет темное братство. Так они набирают новых членов. Да, так говорят. Береги себя. Добрый вечер. Ты, стражник, иди разберись, ё-моё, в подвале, что там говорят. Ё-моё, очуми просто. Так, казану офигенно просто. Надо иди разобраться. Надо иди разобраться. Ничего не знаешь о странном шуме, который доносится из дома Эугала Белета. Странный шум? Нет, я ничего не знаю об этом. Мне это не нравится. Еще увидимся. Привет, имперец. Ты ничего не знаешь о странном шуме, который доносится из дома Эугала Белета? Эугала Белета? Ты где вообще? Здесь, что ли? Деревянная дверь, дом Франска Матьера. Нет. Блин, честно, что-то странно. Они часто будут говорить, я, может, об этом забуду. Вот кто-то вышел. Так, а где гильдия здесь? Гильдия, не гильдия, а... Таверна, господа. Привет. Говорят, гильдия бойцов получила контракт на работу в упавшей скале. Но парень, который должен выполнять ее, сидит в таверне и пьет пиво. Без вопросов. Понятно. Это нам это дело дадут, да? Это таверна? А, это книги. Монастырь здесь я вижу, точнее церковь. Да. Алберика Рита. Вот это что ли дом? Подвале слышно. Эугала Берета. Вот этот вот, вот этот. У него в подвале что-то есть. А у него нет нифига. А чтобы пробраться к нему, мне нужен... Мне нужен этот какой-то... взломщик.
А вот это, если не ошибаюсь, дом нашего... Как сказать, дом нашего... Так, а где таверна-то, я так не понял. Что-то таверны вообще не видел. О, привет! О, привет. Здорово, мужичок. А где таверна-то у вас здесь находится? Что-то не видел у меня, но таверна здесь. Что-то странно у вас замок. Это книги какие-то здесь. Это из таверны? Нифига себе, здесь таверна у вас. Серая кобыла, дверь. Походу, у таверны это. Привет. Мои сыновья тебе не встречались, нет? Они ушли в лес сражаться с этими тварями, и я очень волнуюсь за них. Вот давай, мои сыновья. Где мои сыновья? А я не знаю. У Ренальда Джемейна ужасная память. Мы встречались много раз, но когда мы столкнулись с ним в Чейдинхолле, он прошел мимо меня, будто мы не знакомы. Замечательно. Да, это все очень странно. Рейнольд, с которым мы сталкивались несколько раз в Короле, вел себя так, будто совсем не знаком со мной. Кроме того, он казался трезвым, что очень необычно. Обычно Рейнольд шатается по Королу пьяный в стельку. Все это очень странно. Впрочем, это действительно не мое дело. Спасибо. Да. Ралус и Антус. Они собираются сразиться с чудовищами, нападающими на нашу ферму. И я опасаюсь за их жизнь. Последние несколько дней эти твари постоянно нападают на нашу ферму, что недалеко от Корала. Они приходят откуда-то со стороны Великого Леса. Я не знаю, откуда именно, но Ралус, возможно, сейчас знает больше. Мои парни намерены уничтожить их, даже если стражники не помогут. Неважно, что угроза за пределами городских стен. Опасность грозит всем. Они ждут, что я пойду вместе с ними. Но, боюсь, я слишком стар. Я уже не тот воин, что прежде. Не можешь ли ты пойти вместо меня? Почему-то я был уверен, что ты примешь такое решение. Я должен был встретиться с ними возле приората Вейнон. Тебе лучше сразу начать собираться в дорогу, чтобы успеть туда вовремя. А мне... Мне нужно выпить, чтобы успокоить мои нервы. Пожалуйста, прошу простить меня. Ну что, поможем этому мужичку? Поможем этому мужичку? Давайте пообщаемся. Для меня честь служить тебе. Эмфрид, владелица серой кобылы, к твоим услугам. Комната... Еда, все, что пожелаешь. Так. Этот старик из приората Вейнон? Это небольшая община за стенами города, к юго-востоку от ворот Корла по черной дороге. В Корле нас не слишком волнует, что происходит в имперском дворце. Но эти убийства... Император и все его сыновья мертвы. Что теперь будет? Неизвестно. Так, последние нужны, давайте. Говорят, в гильдии магов есть хорошие учителя. Да ладно, я думаю, плохие. Все, спасибо себя. Большое. А ты что у нас здесь? Если я тебе сказал один раз, могу повторить и тысячу. Я никогда не был в Чейдинхолле. Я... Постой, это я не тебе говорил. Извини, мой дорогой друг, я обознался. Меня все время спрашивают об этом. Я не тебя видел в Чейдинхолле, ну и тому подобное. Меня уже тошнит от этого. Я устал от этого, и меня тошнит. К тому же я немного пьян. Но ладно, физиономия у тебя честная, у меня для тебя есть работа.
Тебе следует отправиться в Чейдинг-Холл и выяснить, что за самозванец хочет запятнать мое доброе имя. Тебе нужно сказать ему... Тебе нужно сказать ему, что я вполне в состоянии сам запятнать свое доброе имя. Он должен перестать это делать немедленно. А вот 50 золотых для тебя, друг. Прямо сейчас. А теперь иди. Понятно, он сказал найти того. Так, иди, бойцов, пока у меня подождет. Смертельное опасное поле. Вот это надо помочь им. Это в любом случае как ни крути. Ой, кто это у нас? Тебе что-то нужно или ты просто так сотрясаешь воздух? Да, я раньше служил в гильдии бойцов Корла. Но меня несколько раз брали под стражу за нахождение в неположенном месте и воровство. Ну, пару раз. Понимаешь, если ты попадаешься, тебя вышвыривают из гильдии. Сколько раз? Я забыл. Но я часто попадался. Ну ты, блядь, хуёвый, значит, вор. У Мадрина Арейна совершенно отсутствует чувство юмора. Но он отличный воин, впрочем. Неудивительно, что он так высоко продвинулся в гильдии бойцов. Ладно, спасибо тебе за весь рассказ. До свидания. Мы тут выходим. Пожалуйста, не трать время на разговоры со стариком. Иди и помоги моим сыновьям. Хорошо, я помогу уже в следующей серии. На этой ноте мы прямо на этом месте останавливаемся. Увидимся в следующей серии. Итоги прохождения. Всем удачи вам и пока.